Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста и подходов к нему. И прежде чем мы начнем, вот под такие красивые кадры, хочу поздравить мою давнюю подписчицу и зрительницу Александру Юрьевну, Юрьеву. Сегодня у ней день рождения. Давайте вместе пожелаем ей здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего, чтобы все ее мечты, которые она сама себе пожелает, сбылись. Еще раз с днем рождения. Ну и посмотрите, какой аншлаг на мосту. Грандиозный. Я сам, когда вот это снимал вчера, просто обалдевал. Машин все больше и больше. На Митридаде еле припарковался, вообще негде машину поставить, просто плотным слоем, уже не говоря о том, что экскурсионные автобусы большие, по 45-50 мест, идут один за одним, с Анапы, видимо, все. Это довольно-таки маршрут такой сейчас популярный, с Анапы в Керчь, вот на Митридат, еще в какие-то места проехать. И вот, посмотрите, 7-часовой наш рельсовый автобус раз-два, который стартует в 7 часов вечера от станции Керчь, прошел по мосту. Ну, а здесь все идет и идет. Вышла статистика, что со дня открытия моста автомобильной его части прошло более 10 миллионов машин. И это с учетом того, что вот апрель,
май, июнь почти были ограничения, очень строгие ограничения по перемещению, но и все равно рекорды бьются один за одним. Но это наше колесо, уже все в работе. Набережная Керчи ожила, очень много народу. Посмотрите, яхты одна за одной к мосту и обратно. Многие тоже пишут, спрашивают, сколько яхта стоит. Я когда катался, стоило 600 рублей. Время экскурсии около 1 часа. Вот от этого причала и до арок около 6 километров в одном направлении. И плюс столько же обратно. Проходит он под арками, разворачивается там. Ну, некоторые там останавливаются даже, чтобы пофотографироваться успели туристы. Вот я, когда ездил, он не останавливался, просто развернулся и поехал обратно. Вот смотрите, еще одна яхта. Так что рекомендую всем, очень интересно. Главное, чтобы волны были небольшие и успели пофотографироваться. Потому что когда волна все-таки брызгает, я вот вышел, когда довольно-таки мокрый был. Ну, это ничего, тепло на улице, быстро высохнет. Ну, а остальные вот развлечения на набережной, вот на покататься можно на колесе, погулять, на дельтаплане вот там прокатиться. Так что в этом году намного больше. Ну, и, естественно, закрыты все заграничные курорты, и это все понятно, что все поехали на курорты Краснодарского края и Крыма. Но будем дальше наблюдать, тем более, что 2 августа еще стартует программа вот этих прицепных вагонов, с других городов будут цеплять к поездам уже идущим, и поэтому, можно сказать, уже получается беспересадочный такой рейс до Крыма. Ну и, естественно, поезда добавляются потихоньку. Вот с сегодняшнего дня отправился поезд с Симферополя в Вологду. Из Симферополя в Вологду. 23 числа из Вологды в Симферополь пойдет поезд. Так что будем надеяться, еще какие-то маршруты откроют. Ну и вот скоростной катер вот этот, это вот с ветерком. Кому спокойно прокатиться на яхте, а вот кому получить адреналинчика немножко, это вот на этом катере, такой захватывающий дух с такими виражами, закладывает так здорово. Ну там точно мокрые будете все, так что выбирайте, есть выбор, и это хорошо. Ну а тем временем на мосту, посмотрите, нескончаемый поток. И все больше в Крым идет машин, в меньшей степени, конечно, из Крыма. Ну, сейчас все едут, отдыхают, а вот, может быть, в конце лета уже будет преобладать наоборот, поток пойдет на выезд. Но, опять же, еще непонятно с этими всеми ограничениями карантинными, как все ждут, ожидают вторую волну, ну, может быть, сия участь нас минет, как говорится, будем надеяться. Ну и не унывать. А тем временем машины все идут и идут. И вот мы ждем с вами, когда же включат арки. Сразу скажу, посмотрел на часы, 19:22 или 23. Вот первая арка железнодорожная включилась красным цветом, и затем через несколько секунд и, собственно говоря, и автомобильная. И вот такой вот триколор получается. Красный, синий, и опоры, несущие опоры и несущие части арок подсвечиваются белым цветом. Вот так вот выглядит набережная. И переходим мы на следующую часть нашего видео. Это вот уже третий или четвертый день работает в акватории Керченского пролива кран подъемный, водолазы работают, и вот что-то постоянно из моря вытаскивают, какие-то бочки, насколько я сумел разглядеть. Начал рыться
по интернету копаться, смотреть, что это может быть. Но вот пока никакой информации. Может быть, кто-то владеет информацией и в комментариях напишет. Но сам факт, что работы идут так весело, ну, я имею в виду весело, народу много, без остановки. Не то, что там с танцами, с плясками, а весело назвал. Вот, видите, очередная. Ну, что это вот? Похоже на бочку. Вытащили. И складируют на баржу, и потом куда-то увозят. Ну, были версии, что это ищут в Керченском проливе технику времен Великой Отечественной войны. Ну, явно не похоже на технику. Ну, не знаю, может быть, в свое время какие-то там... затонули баржи. Ну вот видите, подходят, отцепляют трос, ну, в таких костюмах, как химзащита. И вот тут много вот в касках людей. Понаблюдаем еще, посмотрим, может быть, какая-то информация появится. Все-таки, что же это вытаскивают из моря, что там потеряли в свое время. Снимал я это в разное, вот этот ролик, в разное время дня светового, так что поэтому где-то море волнуется, где-то море спокойное. Ну, чтобы вот всего, всех новостей понемножку, тем более сейчас город-герой Керчь, это ворота в Крым. Если это раньше была Крыма, то теперь ворота в Крым. Ну и вот водолаз, посмотрите. Так, болтает нормально катерок вот этот маленький. А тем временем по мосту все больше и больше, все интенсивнее и интенсивнее движение грузовых поездов. Даже самые отчаянные скептики уже потихонечку замолкают, что движение грузов, ну, пока, конечно, однородные, вот в основном цистерны, бочки таскают туда-сюда, но и не мудрено, количество машин увеличилось в разы в Крыму, и поэтому топливо, естественно, потребление тоже самое увеличилось. Ну и вот очередной грузовой поезд, этот поезд идет из Крыма. Посмотрите, какая длина у него. Вчера мы с вами смотрели и считали, сколько вагонов было в грузовом поезде, идущем в Крым. 52 бочки было. А это вот пустые, порожние, извиняюсь, меня всегда поправляют, пустые, порожние бочки тоже вот тянет Боинг из Крыма. Ну и этот вот состав раза в два длиннее, чем вчерашний. Ну, зато он порожний. Вот на горочку тащит Боинг, видно, вот подкапчивает слегка. И вот здесь всякие полувагоны, цистерны, открытые платформы. Издалека вот сначала посмотрел, цистерны идут, а ничего нет. Ни локомотива, ничего, как они сами. А оказывается, там, вот видите, платформами соединены вот полувагоны и цистерны. Издалека платформ не очень хорошо видно, вот особенно здесь. Ничего нет, потом раз, 3-4 бочки опять едет. Потом опять вот пробел такой, видите? Ну и вот оцените длину. Вот можно посчитать даже по... Да, что бы посчитать? Можно, собственно, и вагоны посчитать. Или по пролетам. В среднем 64 метра между опорами. Ну и вот можно так
плюс-минус высчитать длину этого грузового состава. Температурка на улице нормальная, комфортная, я считаю, там 27-28 градусов. Ветерок легкий такой, 5-6 метров в секунду, а может быть иногда с порывами там и побольше. Ну и температура воды, это вот к змею надо, он что-то в последнее время не пишет нам температуру воды. Ну может писал, я не увидел в комментариях. Ну где-то 25-26 градусов температура воды. Ну и вот погнал. Здесь я немножко прибавил ему скорости. И вот железнодорожный состав грузовой из Крыма. Пассажирских поездов добавилось, конечно, уже прилично. Если даже уже в Чистополе специально стоит поезд, техническую остановку сделали для двух поездов, там 5-6 минут пропускает встречный. Это уже тоже о чем-то говорит, что движение идет полноценное по Крымскому мосту. И мост заработал в полную мощь, я думаю. Вот обратите внимание, опустите немножко взгляд на автомобильную часть моста, на фоне вот движущегося грузового поезда, сколько машин в Крым, из Крыма идет по мосту. Тут же судоходство под арками моста на дальнем плане в районе глубоководного порта Тамань стоят на рейде корабли, ну не корабли, а суда. То опять поправлять буду. Так что жизнь, можно сказать, кипит в Керченском проливе. Ну, вот поезд нас грузовой ушел. И
31 сентября. Ну а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего и до свидания.